Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит и его великолепная помощница. Месть, но ребят, привет. Сразу хочу извиниться, если будет заикание по звуку у меня, то прошу прощения. Это настройки интернета. Так, ребят, да, и мы сегодня продолжаем прохождение Silent Hill 4, The Room, да. The Room. По-русски, по-моему. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пускать наши новые видео. И вступаем в две группы ВКонтакте, ПК-59 и наши 90. А для связи с Нефритом или мной, все ссылки в шляпе канала. Ну, а мы поехали. Так. Ничего нового, понимаете? Да, у меня еще есть. Пули. Может пойти. А у Эли есть. Да ладно, пойду с пистолетом нахрен. Повою еще. Ну, у тебя и пистолет топор есть. Ну топор это вообще святое оружие, по-моему. Это мое самое любимое оружие. По-моему, в большинстве игр серии Silent Hill. Нет, не буду так сказать. Труба, конечно, тоже. Но холодное оружие для оружия ближнего боя самое топовое, по-моему. А бензопила? Холодное оружие ближнего боя. Смотри, Алин-то где? Смотри, ты видишь, где она? Она в локации провалилась. Вот так вот. Ты видишь, она в воздухе? Вы видите, ребята? Что делать будем? Как она туда попала? Слышь, дура! Блять, вот. Как она умудрилась сквозь локацию провалиться? Может, комбак какой-нибудь? Я не могу бросить Алин. Сука. Сегодня у меня был странный сон. В нем был мужчина с длинными волосами и плащом. Он плакал и снова искал свою мать. Я видел этого мужчину в плаще 10 лет назад в этом доме. Он поднимался по лестнице, неся тяжелые инструменты и старую миску и сумку, из которой капала кровь. С тех пор я больше никогда его не видел, но несколькими днями позже соседи жаловались, что они слышали странные звуки из, как предполагалось, пустовавшей квартиры. Пустовавшей квартиры 32. Так что я пошел осматривать свою квартиру 32 и нашел признаки того, что кто-то был внутри. Но больше ничего Но именно тогда началось... Все началось. Я все еще слышу странные звуки из квартиры 32. Сандерленд. О. Мы дневник управляющего нашли. Блять, и как мне вот эту козу теперь достать? Хороший вопрос. Если она умудрилась провалиться сквозь локацию. Теперь ее нету, что ли? Где-то поставили. Нет, она так там и бежит. Может, я залезу обратно в дыру, и она... Может, как-то это вернется в нормальный... Пипец. Айлин забаговалась. Да, она... Я всегда говорил, что ей невозможно с ней быть. Ну, у тебя выбора нет. Вот так. Опять этот лезет. Опять с булдыга лезет. Ну, он без нас не может, соскучился, наверное. Иди отсюда. Здесь свечу поставь. Знаешь, ты говоришь, как будто ты... немного другого плана свечу поставил. Типа эту? Ректальную? Да. Я говорю, тебе свечу поставил. Да. Странно получалось, правда? Ну, у кого что болит, кто о чем думает. Если ты о
Просто так позвучало. Че, она Ну, что? вылезла оттуда? Нет, она там же. Нет, не проблема, по-моему. Да вообще, завел себе бабу, блин. Не все бабы, как ты говоришь, одинаковые. Так, блин! Какого Ну, хрена ее блин! про... Ну! Какого хрена ее в текстуры Ну, заставила провалиться? так получилось. Угу, так получилось. Я не могу нигде, блять, он никуда не может пойти, может он бросить Алину не может. Ладно, ребят. Сейчас мы выйдем, попробуем перезайти. Если глюк пройдет, то дальше начнем снимать. Ну и все, ребят, у нас она это вернулась. Заблудница Она наша. смогла все-таки вернуться в это, ну, короче, быть с Генри. Все-таки красавчик. Ну ладно. Не об этом Так, мы сейчас. читать не будем, мы уже читали. Да, не прочитали же, поэтому нам уже это будет интересно, так что. Мы идем дальше. О, Какая аккуратно. квартира-то? Незнакомая, да? Да, вообще. И странная книжка с картинками и красная книга. Жили-были ребенок Жили-были тебе. ребенок и мать, которые были соединены магической нитью. Но однажды нить порвалась, и мать заснула. Ребенок остался совсем один. Но ребенок встретил множество друзей в доме желаний, и все были очень добры к нему. Ребенок был счастлив. Его друзья рассказали ему, как разбудить его мать. И тогда ребенок пошел к ней и стал будить ее. Но мать не просыпалась. Как бы он ни старался, она не просыпалась. Потому что тот, кого он пытался разбудить, на самом деле был дьяволом. Ребенка обманули, бедный малыш. Ребенок плакал и плакал и плакал, когда он думал о матери. Он вспоминал то чувство соединения с ней, когда цела была магическая нить. И тогда луч света сошел с небес. Свет был очень теплым, и ребенку стало хорошо. Когда ребенок посмотрел на свою руку, он увидел в ней магическую нить. С нитью, сжатой в руке, ребенок счастливо заснул. Давай я буду все-таки читать. Сейчас заикание, может, слышно. Хорошо, читай, будет нас нефрит. Так я и читал, как бы все. Багровый Что-то дом. тебе. Вот. Что тебе придет читать? Не дает она мне читать. Так кто зовется святой матерью, не святая, ни на йоту. Йота, я знаю, такой ты этот, такого оператора. Но это не Схождение сюда. С святой оператором это не матери. связано. Читай дальше. Есть нечто иное, как схождение дьявола. То, что называется 21 причастием, не святое, ни на йоту. 21 причастие есть нечто иное, как 21 ересь. Порождать царство греха в благословенном царстве Господа нашего есть благоухательство и дело рук дьявола. Если ты хочешь Богохульство. остановить схождение дьявола, ты должен похоронить часть плоти матери колдуна внутри истинного тела колдуна. Ты также должен пронзить плоть колдуна 8 копьями, копьями пустоты, темноты, уныния, отчаяния, искушения, истока, бдительности и хаоса. Сделай это, и несчастливая плоть колдуна станет тем, чем она должна быть с помощью Господа нашего. Полный трэш. Да вообще. Блять, как тут Читай управлять-то? внимательно, ты слова путаешь. Да, я знаю. Блин, Айлин, А дай за тут то. нету дыры. Есть она. Но он туда не А хочет чё она так смотреть. плохо видно? Зато мы здесь видим. Врата ада. Зачем мне разрушать эту стену? Ну, и дыра. Она здесь. О, записки. О, сколько записок. Так главное, печатная машинка выглядит розовым. Одна цветная тут.
Что-то с этой комнатой. Она покрыта кровью и ржавчиной. Это моя квартира, но что, черт возьми, с ней случилось? Это квартира, это правда моя квартира? Она выглядит ужасно, воздух такой тяжелый, голова болит. Что за чертовщина? Я пишу. Джозеф, 2 августа. Я не могу сломать стену. 3 августа, Джозеф. Так много написано? Сам прикол, что не пей после этого в этой игре очень боялся красных комнат. Тоже Кровь рассказывала. ржавчины. Когда Но... зазвонит колокол, Айлин, тело матери, кровь. 4 августа. Что за чушь? Это клочок раз. Ну мы же знаем, что Айлин предпоследняя жертва, мы последняя. Багровый том похорони часть плоти матери колдуна внутри истинного тела колдуна, часть плоти комнаты управляющего. Эхе. Теперь мы знаем, что Короче, в мы комнате знаем, управляющего. где Часть найти плоти. часть пути колдуна. Что ты толкаешь? Ну, сейчас начнется. Губки у нее нежно-розового цвета такие. Это он. Вы хорошо постарались и сумели забраться так далеко. Позвольте мне объяснить вам кое-что насчет него, Уолтера Салливана. Когда он был маленьким мальчиком, он уверовал в том, что моя квартира была непосредственно его матерью. Он решил освободить ее от грязи и упадка этого мира. В сиротском приюте он изучил 21 причастие, единственный способ очистить ее. Затем он провел церемонию святого успения и создал этот извращенный мир. Теперь он стал не более чем бесчеловечной машиной убийства. Что ж, сейчас он мертв, но он все еще пытается завершить 21 причастие. Его мальчишеское желание вернуться в лоно, откуда был рожден, разделило его. Теперь его детская сущность возникла в этом мире. И вскоре он планирует завершить свою работу. 21 причастие. Номер 20. Перерожденная мать Айлин Гелвин. Номер 21. Приемник мудрости Генри Таунсенд. Даже сейчас, может быть, еще не поздно. Следуйте указаниям Багрова Тома. Остановите его. Если не сможете, куда бы вы ни бежали, он поймает вас. Найдите его, его истинное расположение. Это должно быть рядом. Вы должны убить его. Вы должны убить его. Убить. 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 Быстрее. Ею овладевает. Она номер 20. Перерожденная мать. Багровый том. Подчиняйся багровому тому. Убей его. Нужно убить его. Убить. 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 Убить.
Ну вот мы узнали, кто такой Джозеф. Увидели его, так сказать. Да, видели его сказать. Его блик, обличье его такое. Нам нужно подключить Алин в этой части. Ты точно, ты хорошо, что напомнила, да. Тогда мне надо... О, мне надо же кирку взять. Теперь надо еще свечку взять. Ну, хотя свечу, может, найду еще. Ну, залез в дырку, так что теперь? Ну, кирку мне сейчас все равно надо. Значит, надо освободиться. Ну да. Та-та-там. Да я знаю, что там. А тут никаких призраков не появилось у меня. В хате призраков нету? Та-та, блин. Чё так печально? Ты так хотел призраков? Я всегда их хочу. Я когда в дыру залажу, знаешь, с каким желанием призраков встретить? Ну как-то... Ой, это странно, ты сказал? Ладно, хоть ты опять не о пошлом не подумал, а тут думаешь, что человек к тебе тут лажу, что призраков встречать. Я вам не говорила! Мы встретили Уолтера. Уолтер, его тело, оно обмотано какой-то трубой. Изучить. В плаще что-то есть. Изучи. Ключ свободы. Ура! Мы нашли как ключ, чтобы из хаты выбраться. В Ты... углублении какая-то странная черная жидкость. Чё я? Ты видел, что волосы у него длиннее сейчас? Не. Волтер, который за нами охотился все это время, у него волосы короче. Ну, мы так близко его не рассматривали. Та-та, ребят, свобода! Наконец-то мы оттопырились. Оттопырили квартиру нашу. Замки. Больше в дыру нам лезть не надо. Ну, все равно надо будет. Не Нет, ну в поверишь. смысле, что... Нет, ну в смысле, что с квартиры мы смогли выйти. А, нет. По идее, нам не надо больше дыру лезть, да? Все. Но все равно мы попадаем в какое? Да, мы всего лишь вышли с квартиры. Так, а в какое вышли ты мы? Видишь? Опять же в альтернативное. Не может Ну быть. тогда. Хотя вроде мы квартиру... Неужели и здесь тоже? Хотя мы Да, квартиру вчера открыли. была обычная. В обычном мире. Вышли в этом деле. И Айлин к нам чапает. Айлин? Айлин, здорово! Так, моя задача сейчас найти свечу для нашей милой Давай. Айлин. Я мог бы в хате взять, но... Но мы лучше поищем. Наша гостиница, сейчас она похожа на какой-то кошмар. Не поспорю.
что медальон, не, я уже не буду брать. Лишнее место займет. Нам свечу нужна. Красивая такая, беленькая. Сейчас более крутые дети будут. Да. Мало симпатичного. Да, я о чем и говорил. Они более живучие. И у них урон больше. И выгодные куры. Угу. Ампула. Прям фу-фу-фу. Ампула мне тоже не нужна. Кстати, под ХП-6 не нужна, да? Живем? Живем, живем. Бегаем, живем. Какие гадости там висят. Ой. А, ой, там еще и Волтер, блин, расстреливает меня, скотина. Мы не записали, да? А вообще. На этих местах просто надо тупо сразу же быстро бежать и все. Да. Либо... О, беги. Меч. Я нашел последний 5-й меч. Я все забираю. Теперь еще одного призрака могу пригвозить, который, чтобы мне больше не докучал вообще. Волтер, иди сюда, я тебе пригвожу. Какой ты наемный. Рубаш. Давай, давай. Именно так. Нет, что интересно. Бутылки, бутылки я имею. Холодильники. Келкаши здесь живут. Че? Келкаши здесь живут. Бутылки, баночки. Что это за звуки, блин? Мне аж мурашки по коже такие звуки. Бля, там вон этот придурок стоит. Ну да. Так. Он успел попасть. А что здесь такого? Че, ничего нету, зря сюда бежал. Еще и попал по тебе. Да он еще снова попадает. Че такой быстрый? Ты метки стрелок, снайпер что ли? Нет, он какой-то быстрый просто. Кстати, какой-то рисунок такой. А он ничего не обращает внимания на рисунок. О, блин! Быстрее. Вот, ребята, помните, я говорил вам про место, про рыгалок, где куча, где свечку поставил, и они ожили все. Вот это место есть. Свечку мы будем экономить для Алин. Ну, свечу я еще не нашел. Просто говорю, я вот здесь нажал, поставил свечу, и эти падлы все встали. Помните, ребята, там, где много монстров, не ставьте здесь, после того, как вы их убьете. Да. Свеча вам не даст полезного. То есть вы поставите либо с Волтером, либо с монстром ее. Ребята, полезно только для нормальных людей, а не для противников. Ну, для... Она полезна для этих? Для призраков в квартире. Они идут себе домой, когда они в квартире. И они ставят свечку. Гремит цепями и бежит за мной. Мы ищем все свечу. Ах ты же, блядь! Куда посъебывался? Ну, я тебя ножом проткну мечом. Сука, ну почему? Че, почему нельзя его проткнуть? Я прям так хочу. А мне вот не дают его проткнуть.
Я его пригвоздил бы и все, он бы не бегал бы больше вообще нигде. Однако игра не была продолжена дальше. Ну да. По-моему, здесь свеча должна быть. О! Ну что, полечим Майли? Нет, еще рано. Ну, сейчас есть свеча. На стену пытается тут спойлерить все насчет свечи, то, что лечит тельца. Я сам об этом говорю. Я боюсь. Ну, я еще не сказал ведь, где и как, а тебе все боже и лечите. Ты говоришь, что через свечи можно... Да я знаю, я говорю. Тебе только бы все лечить уже. Её. Блять, еще одна идет. Ну что, мы вверх идем, что ли? Мы идем наверх? Нет, мы же вроде должны вниз спуститься. Что за страны? Как мне вниз попасть? Так. Так. Вот сейчас пойдем вверх. Мне кажется, это бредово. Мы сверху пришли. Ну, может, там есть другая лестница, которая идет вниз именно? Теперь мы вернулись к нам обратно. В нашей квартире, но видишь, мы Кайлин к ее комнате пришли, попали. Вот мы в комнате Айлин. Это кровь Айлин. Я нашла. Ну она рогалку нашла. А рогалка нашла нас. Да. Зря сюда заходил. Ну по идее, когда проходишь тут на втором сценарии, то можно найти этот альтернативный костюм, как которым как раз она у нас сейчас. Значит, где-то спуск здесь должен быть. Вот тоже здесь самый. Опять он здесь. Опять. Да он не подыхает же. Там, где мы. Так. Значит, где-то здесь должен быть переход. Вот. Айлин! Все, пытается убежать. Вот тут этот жертва была опять. Угу. Мы сейчас по комнатам жертвы пройдемся. Изменилось. Да, другой. О, блин! Опять тебя убил. Большая штука. Большая, злая и красивая. Угу. Папа? Где ты, папа? Папа, я не вижу твоего лица. Быстрее, это мне сейчас это кричание его вынесет мой мозг. Да. Так милый детский кот. Милый. Бедный. Мальчик. Бедный мальчик, бедный малыш. То и досталось же ему. Да, что он стал таким ребенком, который считает свою комнату 302 своей матери. Еще одна свеча. Ну, хорошо. Пусть будет. Сколько у нас уже всего? Что, свечей? Ну, две. Всего, вообще инвентаря, наверное. То, что мы носим с собой.
Ну вон дохрена у нас его. Ну вот о чем я говорю. Так, я еще зачем-то тут аптечку чуть не взял. И так всего дохера еще ампулы в квадану. Ох, ну ладно, че уж тебя взяли, так взяли. Не могу 6 цепей и открыть эту дверь. Так, да, я знаю. Теперь будет. Ну что ж, ребят, пришло это время. Айлин, стой. Ну, сука, ну все. Пошла она в середину. Ну, вот тут и стой тогда. Теперь смотрите, как Айлин будет заживляться, на ней рана будет заживляться. Как вы видите, начинает проходить. Это радует. Как вы видите, уже на попе не стало красных рубцов. Видите, она какая стала. Прям чистенькая-пречистенькая. Наконец. Айлин, мы тебя вылечили. Как вы видите, она прям вообще идеально стала. Белая кожа светлая, да? В общем, она почти здорова. Угу. Теперь нам надо ее подальше будет пнуть. Да-да-да, Айлин. А то тебя подольше подержишь, ты опять станешь. Видите, вся кровь у нее даже на этом, на переломе-то ушла. А то бы так бы была беда. Теперь, вот, ребята, теперь вы знаете, как можно Айлин подлечить. Ну, начинаем открывать эти все. А, заткнись, черт подери, ты можешь мне все винить меня. Блин, ничего не успел прочитать. Опять на стенки, идите нахер. В прошлой серии вас хватило. Да, я говорил, что нам не нужен ребенок, разве нет? Это, наверное, разговор родителей малыша. Да. Ну да, привет. А куда дать? Прикольно, теперь они там сбегают. Блять, уебать, все-таки успел. Че он дерется? Ой, блять. Это и сразу же побежал. Зажал в углу. Только дым. Подлец. Короче, давай сваливать отсюда. Я больше не могу это терпеть. Ой, там еще один. Не, ну нафиг. Лучше иногда не связываться. Да. Да, нужно просто уйти. О! Я с тобой разберусь. У меня есть меч. Ну что ты? Встаешь-то? Ой, хватит меня кусать. А мол, тебя не кусает, мы сейчас хочу заниматься. Он грызся. Все. Если управляю еще слышит, его будут проблемы. Есть что-то в этом парне. Мне просто не нравится этот его вид. Че, кто круче? Конечно, ты круче. Топором-то поебало. И понять, что поебало. Сапогами будет мало. Ты что такой живучий, а? Патроны для пистолета валяются. Глупая маленькая плакса. О!
Про Насти Ноу тут рассказали. Нет. Оп, нерабочая это. На стенка. Быстрее, собирайся. Насти Ноу, твои эти. Коллеги висят. Нет, неправда. Ой, кисленький красный чай. Красный чай пью в красный. Красная комната. Это не комната, это... Ладно, апартамент. Отель. Гостиница с Айлин. Айлин? Айлин? Это ужасно. Это бедный маленький мальчик. Ой, бой. Poor thing. He really thinks that room 302 is his mother. I've gotta help him. Как и говорили, вот ее под контроль берут. Перерожденный мальчик. Угу. А, не сюда. Мальчик, мне же жалко. Но... поможем другим образом. Ну да. Не так это вот фуштайлин. И мы нашли. Пуповину. Часть плотиков, но... О, моя голова. Кенни, ты в порядке? Это Уолтер, он плачет. Даже если вас на причастие будет сбоен, это не может быть в матче. Я возвращаюсь к тем, легко он пойдем. Мы единственные. Единственное, кто может его остановить. Угу. А нам сейчас долгий неприятный путь будет. Ну я просто его, ребят, пробегу. Вы сами поймете почему. Вот сейчас смотрите, ставьте и наслаждайтесь. Мы взяли пуповину. Ну и все.
часы пробились. О, что там? Это женщина. Это Айлин? Ребенок ребенка. Да. Какая-то мисса. Какая-то штука, разрывающая Айлин на части. Еще часы звонят. Часы пробили 40 раз. О, вот он. У меня сейчас будут всякие твари встречать. Вас твари я тоже помню. Здравствуйте. Ой, блядь. Настя. Настя, ну, со своими сородичами. Это не мои сородичи. Не вместе ничего вообще. Куда мне идти-то? Там у него все поебало, норовят. Да я тебе сейчас. Так сразу бы. Смотрите, это не фильм мстит им за все. Да вообще. Вся моя страшна. Ты страшный в гневе. О-о-о. Ну ты это знаешь. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот сейчас вы понимаете, почему не просто пробежать. Может, если бы я начал бы с ними воевать, они меня задавили бы. Количество. Да, в любой игре, если много мощных монстров, то лучше бежать. Здесь возможно. Ну, нет, если есть, конечно, револьвер, то можно было бы и постреляться с ним. Нет, если есть возможность бежать, без потерь, да, лучше убежать. Это точно. Это дело не трусости, это дело... Продуманный путь, да. План. Коварный такой. План отступления. Да, так, ой. Давай, Генри, наверх. Ой, привет, 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 привет. Привет, привет. А там, смотрите, Уолтер маленький. Ай, Уолтер маленький, щемит. Правильно, как бы он тоже не хочет немножко как бы гулять тут с некоторыми пикими. Опять лампочка. Сука, лампочка, блин. Да как так-то, призрак лампочка? Что за нафиг? Короче, они поняли, что тебя призрака этого не было у тебя в версии Sony. И они решили тебе, короче, бонусы. Еще раз выдать. Как, ребята, вы поняли, я убрал цепи у Айлин, ибо она, ну, не нужна будет. Да. Мы сейчас засейвимся обязательно. Нет, нет, ребят, не думайте, мы просто сохраним наш прогресс. Да. Потому что мы идем сейчас туда, где ожидается Final Battle. Да, именно так. Смотрите, Уолтера не стало. Ну, Соник, короче, выход куда-то. В углублении... Погодите, это не обычное углубление. Когда я внимательно смотрю, в него возникает как будто чувство, будто меня может затянуть туда. Как будто оно связано с каким-то другим измерением. Или же, или может это вроде дыры, из которой, если залез туда, уже нельзя выбраться. Ай, лезем! Может быть страшно. Смотрите, в какой позе мы появляемся. В позе эмбриона. Как вы видите. Чё, ну красавчик.
Синтии не хватает. Нет, нафиг не нужна Синтия. Это тебе не нужна Синтия, мне нужна Синтия. Не нужна она тебе. Слушай, у тебя Генри красавчик, и почему мне не Синтия не может быть красавицей? Ну, Генри и Персашвили. Я уже симпатичный. Слушай, я не девушка, чтобы оценивать Генри. Поэтому я оцениваю Синтию. Так. Синтия призрак, а Генри еще. Она была не призрак, все. Так, мы еще в дыру влезем. Короче, все по дырам. Вот и прибыли мы. К шайтан машине. Как пока страшно выглядит. Если, ребят, я проиграю, я заново начну. Потому что я что-то насчет аптечек подумал, то что мало, мне кажется, я взял. Ну вот и Mother. Вот и наша глупенькая девушка. Которая уже все вштырено. Да, она под контролем. Мама, мама. Впусти меня. Мама. Эй, привет, маленький Уолтер. Осталось уже совсем чуть-чуть. Генри, вот и ты, последняя часть 21-го причастия. Последнее знамение. Преемник мудрости. Стоять, Айлин! Вот это пошперляла она, пошперляла. Я была в том, что чем больше была бы тройная Айлин, тем быстрее бы она шла. Я не могу использовать это здесь. А где ты можешь это использовать? Блин, надо вот... Как не можешь там? О! Смог же. Вот мы показали мутор пуповину. Вот и колья. Которую нам надо срочно сейчас быстро достать. Я делаю очень быстро, потому что, видите, наша глупенькая Айлин пытается идти в мясорубку. Ну, как на котяке, где ее разорвет. Ах ты ж, сука. Это все пытается меня уебать. Дебил, сука. Салливан, ебучий. Блять. Он не дает мне ничего сделать, как говорится. Он преграждает мне. Да уж. Ну, он защищает свою маму. Ну, это понятно. Он защищает то, что он считает своей мамой. Да. Не можешь нести... А, да, все. Блять, надо втыкать. Быстрее следующее. Наша глупая все идет быстрее, быстрее. Блять. Разогналась клуша. Теперь надо бить Уолтера. Вставай, сука. Блять, он не хочет еще вставать. Гандон, вставай, давай быстрее. Тебе близко же тоже нельзя подходить.
Блять, сейчас по ходу дела я ее не спасу. Потому что я забыл, как действовать с ним. Сразу не похлеб. Но он еще отбегает, сука, отпрыгивает. Сука, гандон, сука, сраный. Победил. Нет. Нет. Да. Да, нет. Есть. Успел. Я один смог. Ты смог. Жалко, конечно, его. Да. Да-да-да, она жива, да. Айлин! Квартиру мы оставили без призраков, мы всех призраков тоже изгнали. Поэтому у нас сейчас, ребята, идет самая идеальная концовка. Без призраков, без Алин выжила. Ну, все, короче. Все, короче, хорошо у нас. Это, ну, день спустя. Прошел день. Вот так. Как много. Thanks. Guess we'll have to find a new place to live, huh? Ну и все, ребят, да. Спасибо, что вы ставите эту игру. Да. Не забываем ставить, Люба. Подписываться на канал, оставить ваши комментарии. Снимать на канал, тоже наши новые игры. Да, я не знаю, как это сделать. А если вы не знаете, то
Ты, конечно, не слышно было. Честно. Ну да. Ну и вот, как мы видим, мы прошли игру за 5 часов 41 минуту. Убитый врагов 284. Один из записок 48 из 52. Еще где-то записки 4 я просрал. Концовка не побег. Мы справились. Мы прошли игру. Мы это сделали. Да. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Чао. Let's rock.